Зима 2012-го забрала у Курска Алексея Тимкова, профессионала и трудоголика, скромного и доброго человека. Он умер от сердечного приступа прямо во время заседания местного отделения Союза художников, членом которого был почти 20 лет. Алексей Александрович не был простым живописцем. Он оформлял экспозиции большинства курских музеев, а в краеведческом и вовсе числился в штате. В наших программах мы рассказываем о многих художниках, но пообщаться с Алексеем Тимковым так и не успели. Поэтому представляем попытку воссоздания творческого портрета мастера. Зачем слуге искусства врать ради кусочка хлеба, ненужные творения создавать? Как невысоко голубое небо, стремиться надо доставать. Тогда становишься повыше, и в этом Божья благодать. Эти стихи написал ныне покойный курский художник Алексей Тимков. В последние годы его тянуло к поэзии. Я прожила жизнь с очень хорошим. Для вдовы мастера Татьяны каждое слово на интервью дается с трудом. Сердце теребит груз воспоминаний и недожитого счастья. Алексей Тимков родился в Воронежской области, на свободных донских просторах. Наверное, поэтому тема казачьей вольницы проходит через многие его произведения. Взять хотя бы это полотно «Стенька Разин» – монументальной теме, монументальный размер. Конечно, ему в рамках города было тесно, тесно. И поэтому вот эту свою любовь к вольнице вот он в своих картинах изображал «Стенька Разин». Ему не было разворота в городе, конечно. А это масленица в дореволюционной России. В работе соблюдены приметы времени, традиции, детали одежды. Всем жанрам Тимков предпочитал историко-бытовую картину. В ней он был не просто живописцем, антропологом. Сам интересуюсь, много читаю, узнаю довольно. Буквально выписываю какую-то мелочь, там, как они могли ехать, там, плыть или что-то там, как одеться. А это любимый герой художника Александр Невский. Победоносно поднял меч в знаменитом местечке у Вороньего крыла. Тимков отмечал, идеализация героя – неотъемлемая часть этого жанра. А искусство, оно всегда так. Оно всегда так. Это, может быть, это чей-то взгляд, естественно, но без идеализации, иначе без поэтизации не бывает такого. А он и сам богатырь, духом. Самые сложные для традиционной русской культуры времена не побоялся. Поднял ее флаг и не опускал до последнего вздоха. Был он дружит со скульптором Клыковым Вячеславом Михайловичем. Он неоднократно присутствовал в этой мастерской. То есть он вот сейчас, может быть, это громко сказать, но он вот из плеяды вот этих людей, которые подхватили вот знамя, так сказать, упавшее в 90-х годах вот культуры и строили новую культуру нашей современной России. Большую часть жизни Алексей Александрович прожил в Курске. Здесь окончил худграф, нашел любимую работу, здесь обрел друзей, построил семью. Дочь Ольга продолжила дело отца, стала дизайнером. Ну а зять и вовсе был правой рукой во всех музейных проектах, которыми занимался художник. Вместе они работали в Ольговском музее Николая Асеева, в Померовском музее Курской битвы, в Пристине, Кшене и многих других местах. Мы еще с ним познакомились из-за того, как он был моим тестем. И он для меня, конечно, стал учителем. И он мне очень много привил. Очень много, он многому научил, и я ему буду благодарен до конца своих дней. В мастерской художника все по-прежнему. Также развешаны работы, также кисти застыли в немом ожидании хозяина. Родные Тимковы хотят сделать здесь фонд памяти Алексея Александровича. Ведь эту мастерскую посещал Клыков, Носов, весь местный союз художников и союз писателей. Конечно, хотелось бы, чтобы в этой мастерской эта аура, которая была создана Алексеем Александровичем, чтобы она осталась. И чтобы это приняло какую-то конкретную форму. Чтобы сюда приходили его друзья, приходили бы художники. Чтобы здесь проводились, чтобы мастерская эта не умерла. Говоря об Алексее Александровиче, постоянно перепрыгиваешь с живописца Тимкова на Тимкова-оформителя. Но со временем именно музеи стали делом жизни Тимкова. Именно здесь Алексей Александрович проявил себя как истинный мастер. Вершиной его творчества многие считают музей Надежды Плевицкой в селе Винниково Курского района. Фотографии, афиши, тексты песен – красочная и информативная экспозиция. И это при том, что личных вещей певицы почти не осталось.
В каждом из залов Тимков показал определенный этап жизни Плевицкой. К примеру, этот необычный коллаж – не что иное, как переезд в Курск. Архитектура губернского города, Сергиево-Казанский, Знаменские соборы, старинные улицы. А далее, ближе к Красной площади, сюда уже, мы видим на Сергиевской улице, на углу Троицкой, Троицкий монастырь женский, который 2 года служил ей прибежищем от мирской суеты. Еще одно творение Алексея Александровича – литературный музей. В каждом из 8 залов навсегда поселилась душа художника. Вот Щепкин приглашает зрителей на спектакль. А это Фет застыл в минуту вдохновения. Тимков не выносил халтуры и необязательности. Оформляя экспозиции, обязательно читал авторов. Я поняла, что читал. Сама я лично, конечно, не видела, что читала. Но потому, как он рассуждал, как он вникал, то он обязательно, мы даже с ним и поспорили другой раз о чем-то, чувствовал, что он читал. Но все же самым любимым, самым родным и близким для Алексея Александровича был Курский краеведческий. В штатном расписании музея Тимков числится как оформитель, но коллеги заверяют, в любом деле он всегда оставался художником, ищущим, горящим, вдохновленным. Глубоко проникал в тему и старался воссоздать атмосферу эпохи. Например, история партизанского движения в Курском крае. Никакого пластика и металла. Тимков сделал деревянные витрины, а сам зал украсил настоящими стволами деревьев. Если это партизанское движение, то ни о каком пластике не могла идти и речь. И поэтому витрины здесь выполнены из дерева, все это сделано им вручную. Вот такая имитация леса, землянка. Еще одна работа Алексея Тимкова – экспозиция «Крестьянский мир». Новую избу получили любимые экспонаты курян, знаменитые музейные «Баба с дедом». А ведь их мазанку не ремонтировали с 1935 года. Но все же жемчужины экспозиции – фасад поволжской избы. Многочисленные грифоны и птицы сирен охраняли крестьянское счастье. Алексей Тимков трудился над этой красотой 4 месяца. Там, допустим, конской упряжи полностью не хватает. Там еще каких-то моментов хотелось бы показать, а их нет. Выходили из положения. Экспозиция «Знаменитые куряне эпохи социализма». Последняя музейная работа Алексея Александровича. Черный потолок, роспись стен в духе Дейнеки, космический спутник. Тимков передал дух и ритм эпохи. Коллеги говорят, человек он был сложный, но уж если сходился с кем-то, навсегда становился преданным и щедрым другом. Он был очень интересным собеседником. О нем, с ним можно было ехать, если это долгая поездка, и разговаривать о чем-либо. И находились эти темы, он рассказывал. Он со вниманием всегда выслушивал собеседника. А можно было просто молчать. И это молчание не было тягостным. Вот самое интересное. Поэтому, конечно... А это последняя живописная работа Тимкова – «Ожидание». Люди на остановке ждут. Кажется, автобуса. Но родные художника видят в этих лицах себя. Вот супруга, вот дочка в детстве, сын, родители. Нет только Алексея Александровича. Теперь он их ждет. Там, в прекрасном месте, где художник постиг гармонию и обрел свободу, к которой стремился всю жизнь. Он был, вот знаете, русским чудаком. Вот всегда удивлялся. Мог удивиться, даже в 60 лет, удивиться чему-то такому. И дай Бог, чтобы у него там все было хорошо. Пускай там он тоже работает, думает. И также помогает, так вот, даже творчески, как и здесь. Ни разу в жизни музея не встречался такой художник, экспозиционер. И, наверное, такого не будет. Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Александровича. Берегите и цените своих родных. До свидания.